это принцип, не обязательно во всех последующих работах, потому что можно поставить цели до наиболее сложной формы, где можно построить, когда следует обратиться в особое внимание, разбирать строительные цели, иначе вы должны не только определить пропорции строительных целей, но и понять, почувствовать гармоническое взаимодействие, ее формы, формы, где цели заложены в основу гармонического сочетания пропорции, то есть классическому источнику. Если при рисовании нарушить пропорции ее формы, то все откроется, что цели нарушатся. Максимально обобщить образ, использовать для рабочей силы линию эффекта встречного освещения. Плакатное решение длительного линия 24 тона, решение на столе, без натуры, фотона, черный и белый, касание тонов, жесткое, 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 жес